19 мая является традиционным праздником Всесоюзной пионерской организации. На мероприятии ребята, участники игры путешествия «Овеян чудной красотою», смогли представить специальную интересную информацию о пионерии. Всего было представлено 4 работы. Ежегодно в ряды детской общественной организации «Радуга» вступают десятки ребят. Вот и в этом году эстафету поколений приняли 11 школьников. В общественную организацию нашей школы вступают самые лучшие дети. Они успешны в учебе, они с явной выраженной сильной патриотической позицией, они совершают добрые дела, они хотят быть активными участниками наших мероприятий, и это для них такое поощрение быть членом общественной организации «Радуга». Вновь вступившим в ряды организации трое активистов школы в торжественной обстановке повязали галстуки и одели пилотки. А это значит, что ребята готовы творить добрые дела. Мне всегда хотелось делать добрые дела, и когда делаешь доброе дело, у тебя потом остается такой большой запас хороших воспоминаний, что хватит надолго. Завершился итоговый сбор 2016-2017 учебного года песней гимном детской школьной общественной организации «Радуга» имени Алексея Архипова «Дорогою добра».